Здравствуйте, меня зовут Кочнев Александр, я из города Саратова. Фотографией занимаюсь очень давно, изучаю очень тщательно, литературы очень много. Но если честно, курсы посещаю, учусь еще параллельно на нескольких курсах фотографии. В голове очень много информации, технической информации и навыков очень много, но все в основном фотографии. Придя на вот этот вот курс у Алексея Инкина, я получил ту недостающую мне капельку знаний, которая систематизировала все мои знания и навыки, которые были, и все-таки подтолкнула меня к съемке видео. Фотографии я не новичок, а вот видео начал снимать только увидев вот данный курс в интернете. Спасибо. Удачного просмотра. Надеюсь попасть на второй курс.